Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем молиться, потому что все вопросы, которые мы хотим решить с Богом, их много, они большие, но для Бога нет ничего невозможного. И так как последний раз мы с вами говорили о 10 стихе 44-го псалма, 44-й главы Исаии, «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Это вопрос, после которого есть 11 стих, и сегодня мы с вами по нему и помолимся. «Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же, пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Поэтому все, что приносит человеку гордое восприятие, чему можно молиться, кому можно молиться, кроме Бога, это все приводит к постыжению. И в нашей стране было много идолов за последние годы, если говорить о советском периоде, кому поклонялись. Это то, что до сих пор еще стоит на своих позициях. Это все то, что Бог говорит, приведет к постыжению. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты знаешь, где и кто кем себя ставил, и какие постыжения ждут людей, которые поклонялись разного рода идолам, которые выливали для себя любые памятники и поклонялись им. Прости, Господь, что почитали то, зачем нет истины Твоей. И поэтому, Господи, мы сейчас просим у Тебя о той милости, которая превозносится над судом, чтобы Ты давал людям прозрение и понимание, что с чем надо сделать и как разобраться, чтобы это не угнетало атмосферу городов и страны, чтобы все, что надо отдать или убрать с пьедесталов, было убрано, чтобы то, чему поклонялись в язычестве, было удалено. Потому что и сегодня такое имеет место быть. И поэтому, Господи, прошу Тебя, чтобы Ты открывал глаза людям. И каждый раз, когда мы молимся к Тебе, я верю, что Ты нас не просто слышишь, а реагируешь на эти молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжаем молиться и убирать идолов из своей жизни. Всего доброго, до завтра.